Народ, всем привет! Сейчас будет ролик на тему недвижимости в Нэплс, и мне удалось найти недвижимость, которая, мне кажется, меня лично может заинтересовать и может заинтересовать, может быть, еще кого-то. Заезжаем, сейчас покажу новый комплекс, который строится. Написана надпись от 200 тысяч, но давайте посмотрим, как это будет на самом деле. Ну что, это чем меня прельщает, это прямо наш район с нашей инфраструктурой. Вот здесь вот справа тоже комплекс, но там домами продаются, а мы сейчас с вами посмотрим таунхаусы. И прямо я покажу въездную группу, все, то есть вот буквально в 4 милях отсюда дом, где мы сейчас арендуем и живем, а вот это вот въезд в новый абсолютно строящийся комьюнити, где дома, судя по рекламе, от 200 тысяч долларов. То есть дома, таунхаусы, повторюсь, да? Я могу оговариваться, поэтому, ну, те люди, которые понимают и соображают, они для себя легко идентифицируют. Вот так это выглядит, пока еще ровное поле. Сейчас я развернусь. Рядом все абсолютно уже обжитое. Вот таким вот образом уже есть здесь. И мы с вами поворачиваем вот сюда, вот смотрим, здесь у нас озеро, как всегда, фонтанчики, вот надпись, извините, и вот open house означает, что сейчас есть предложение по домам, внутри которых можно посмотреть. Сейчас посмотрим, то есть, грубо говоря, лизинг-центр, вот въездная группа, вот так вот выглядит, видите, такие небольшие интересные водопадики с подсветкой. Ночью все это очень красиво светится. Единственное, поскольку комплекс новый, он еще не засажен, да? Но понятно, что благоустройство территории будет. Ну, как обычно, код доступа, видеонаблюдение, шлагбаумы, ворота. И впереди мы видим лизинг-центр, а вот там вот слева офис продаж. Ну, давайте я прямо сейчас выйду и вам покажу, что мы здесь с вами можем посмотреть, как это выглядит. Пока не все как бы работает, но вот вы можете посмотреть, это детская площадка. То, что вы видите на детской площадке основания, это крошка резиновая. Соответственно, для детей такая безопасная, чтобы они могли попрыгать. Но площадка, я не вижу прям такого чего-то особенного, тем не менее она есть. Вот скажем так. Вот такая вот зона с видом барбекю. Домики сейчас тоже покажу. Постараюсь зайти вовнутрь, покажу вам образец домика. Значит, вот такая вот под тентом зона, где можно посидеть. Видите, стоят на... это вот зона, где барбекю на огне, то есть с углями можно делать. И вот там вот будет на газу. Вот эта зона, которую вы видите, это как обычно, то есть это нормальная, стандартная зона для любого комьюнити здесь. Когда вы, в принципе, ну давайте я вот так вот сейчас прям пройдусь, покажу. Когда у вас есть здесь спортзал, есть комната переговоров, есть офис, все это бесплатно, все это включено будет, естественно, в оплату коммунальных услуг. То есть и будет стоить, ну, порядка где-то в районе 300 долларов. Обратите внимание, столики, лежаки, вон там вот туалеты, санузлы, душевые. И я вот единственное не вижу пока, где стоит барбекю. Наверное, вот где-нибудь с той стороны. Обычно на газу стоит барбекю. Ну и бассейн достаточно вот такой вот большой. Надеюсь, вам все видно. Ну, это далеко не лакшери, это абсолютно стандартная такая, можно сказать, ну, среднего или даже эконом-класса жилье. Ну, сейчас не знаю, вот сейчас я покажу, как само еще жилье выглядит. Ну, по крайней мере, это абсолютная стопроцентная новостройка. Вот уже здесь расчерчены, вы видите, парковка, инвалидные места, знаки всевозможные. Так, ну что тут вам еще показать? Ну, мне кажется, вот это вот, пожалуй, все. Столики, стульчики. Ну, пока еще, видимо, не поставили грили. Точно будет, абсолютно, потому что они есть в каждом, без исключения, комьюнити. Да, кстати, очень полезная информация для вас будет. Те люди, которые приезжают и ищут себе жилье. Вот видите, обратите внимание вот на вот такой почтовый ящик. Точнее, если не почтовый ящик, а ящик пластиковый. Он иногда вот такой темно-синий, бывает он белый. Вот пермит означает, что здесь написано разрешение.
в принципе своем, любой дом, когда ремонтируется или строится, имеет вот такой вот ящик, в котором будет вся документация, доступная зачастую для вообще, то есть вот именно в частных домах, она будет доступна для любых контролирующих служб, вплоть до соседей. То есть вы подходите, смотрите, из чего, какие разрешения получены, какие технологические вот эти вот все моменты там из кровли, из фундамента, из всего. То есть, соответственно, вы можете все вот в этом ящике посмотреть. То есть здесь он просто сейчас, ну, поскольку новый, он закрыт на ключ, вот, а вообще он обычно открыт. Вот таким вот образом. То есть, когда вы даже в частном порядке строите, вы обязаны вот эту документацию предоставлять в общий доступ, и вам все будет понятно. То есть вы можете подойти и посмотреть, какие разрешения у него получены, из чего он будет делать, строиться, и когда это все дело будет закончено. Так, ну что, едем смотреть сам дом, покажем. Ребят, вот open house, вот так выглядят дома, и мы сейчас зайдем, посмотрим внутри. Сейчас мы оденем масочки, и я вам все постараюсь показать. То есть это образец дома, куда можно зайти и посмотреть, как выглядит дом изнутри. И, соответственно, составить себе план дальнейшего своего дома, что вы хотите заменить, и возможны да, замены, в том числе по какой-то мебели, например, кухне. Так, давайте покажу вам улицу. Значит, в чем, ну, я, по крайней мере, вижу вот особенности этой улицы. Это то, что все въездные группы выложены плиткой. Вот уже начались, видите, насаждения пошли. Естественно, все это у вас входит в стоимость, и оно будет полностью все озеленено. То есть озеленение будет такое уже повсеместное. Но вот здесь вот уже стоит то, что ADT, вы видите, это Security Company, то есть это компания, которая говорит о том, что дом на сигнализации или под видеонаблюдением, например. Соответственно, плитка, пальмы и гараж. В основном я вижу, что на одну машину, на две машины гаража здесь не вижу, но, возможно, еще есть какие-то варианты. Ну и вот это вот основная зона. То есть, кто не знает, еще раз поясню, это дренажные системы, а фонтаны сделаны для того, чтобы вода не застаивалась. Дороги тоже видно, наверное, вам очень хорошо. Дороги строятся первыми, и они имеют абсолютно 100% качественное, хорошее покрытие. Тротуары вот такого плана. Фонарики простые, ну и, соответственно, водостоки. То есть все это уже продумано, сделано и обустроено по всему, естественно, комплексу. Ну, погнали, давайте зайдем вовнутрь. Машинка вот эта стоит, это для того, чтобы объезжать. И вот, кстати, написано, видите, лоты, которые уже проданы. Вот, 139, 140, 41, но вот эти лоты проданы. А так дом, по идее, будет выглядеть вот таким вот образом. У вас будут расти кустики, будет засыпано вот это все будет обрабатываться. Смотрите, такие псевдоставни сделаны просто для дизайна. Ну что, погнали вовнутрь. This is Meadowood. They are 228 townhouses at completion. Each building consists of 6 homes. You're either on the end or you're on the inside. 2 different floor plans. Uh-huh. I agree. 3 bedroom and 3 bedroom plus a loft. And do you have a 4 bedrooms? No. No. Okay. 3 bedroom or 3 bedroom with a loft. Uh-huh. So what you're looking at here, green is people who already closed on the property. Mm-hmm. Red is sold. Mm-hmm. Yellow is available. Mm-hmm. White is not yet released. We're 25% sold out in the first 5 months. Mm-hmm. Our pricing starts anywhere from $297 inclusive of all options, mm-hmm. up to around $313. And that varies between location and particular unit that you're purchasing. So, for instance, we are in a Surfside right now. It's our larger. It's also the end unit. So you can see there's 2 windows here. We are standing in the garage. We're actually, whoops. We are looking at that wall. So great room concept. 1, 2, 3 bedrooms plus a loft. That's 1,680 square feet. And that is going to range anywhere. Where do we have that at right now? Anywhere from 312, 313 to 321 if it was on the water. I don't have any on the water left. Then we have what's called the Bayside. Can I flip it? And it's just a 98 square feet smaller, $15,000 less. And it's a 3 bedroom, no loft, 2.5 bath. The bedrooms are a little bit larger up here because you don't have that loft. Okay. Close on the property. ADT will come out and they'll put the doorbell that has a motion detector, audio and visual.
You can also control your porch light, foyer light, garage, open and close, front door lock and unlock, and your interior temperature from thermostat on your smartphone. I got it. And excuse me, I have a question. 160 is included the ADT? Oh, that has nothing to do with it, but it's inclusive. It's inclusive. Take care of it. You don't need no extra charge. Okay. Yeah. I got it. So this would be a solid door. It's glass because it's my sales office, so I can see. Okay. I got it. $160 стоит в месяц. You can always add a security system if you want. We provide this. Then we have a half bath down here. Это вот такая вот ванная, вернее, только гостевой туалет, санузел. Вот эта вот система включена, то есть $160, все включено в месяц, чтобы вы понимали, за всю систему обслуживания. Так. Это гараж, вот эта вот зона, то есть гараж на одну машину, и можно одну-две машины поставить еще outside, то есть, ну, на улице. Соответственно, вот так вот выглядит. Living room, yeah? Yes. What you see is what you get. I'm sorry. There's no other changing. This is the flooring. There's no changing. The appliances, the stainless, that's how it comes. Okay? Yeah, okay. Behind you is a big storage. Looks like a walk-in here. Then we have screened-in patio. Есть еще патио. Патио уже включено в себя скрин. So if you wanted to, you can always, depending upon location, you can always extend out also. Maybe do a screen cage. Yeah, okay, I got it. That's something you do after closing, we don't do it. Да, это можно после, потом уже поставить себе туда вот продление и продлить себе, если у вас есть лот, вот это вот еще фрагмент. Ну, вот здесь вот плиточка, вот таким вот образом. Вот эти все вещи, пол и прочее, это, в общем, вот это все у вас есть, все полностью, вся техника, все люстры, то есть все это уже у вас будет стоять в каждом, то есть это, в общем, все включено, то есть вы пришли, только мебель расставляете. Ага, так, мы поднимаемся на второй этаж, здесь ковролин, здесь... Closet, да? Да? Это не closet, это area для стирки и сушки. Так. This is the loft. Ага, loft. The master bedroom. Ага, и master bedroom. Так. You're so smiley. Мастер бедрум. Она. Она. One closet here. Ага. Это walk-in. Ага. Значит, вот один closet. Такой вот это walk-in, когда вы можете зайти. Ну, тут все прям очень просто сделано. Так. Окна. Окна стандартные американские. Они вверх-вниз, но они очень такие во Флориде шумопоглощающие, двойные, и они противоураганные. Ну, как вы видите, вот соседняя территория имеет ровно такую же инфраструктуру, ну, просто немножко попроще. И еще один closet будет, то есть вот, соответственно, это все у вас тоже уже стоит, все готово полностью, вот. У вас все будет вот так вот, когда вы заехали. Все, конечно, простое, но вы можете что-то поменять, если необходимо. Соответственно, здесь еще один closet, который для ванны, то есть обычно называется для нее и для него, то есть сделаны. Это последний тренд американского, флоридского, простите, строительства, когда два клозета, это мастер-рум, то есть родительская основная спальня получается. Лофтовое место, это где, соответственно, ну, просто такое пространство для бизнеса, например, или для, как кабинетик. Now this is what we call a Jack and Jill. So it's two bedrooms with a bathroom in between. What's nice about our windows also is you can lift them up. But they come out. I got so it. It's easy for cleaning. Wow, awesome.
поняли, да, что протереть можно, открыть вот так окно и протереть, потому что иначе неудобно туда влазить протирать. Это уже, видите, это уже тоже ноу-хау, не везде они стоят. И здесь один санузел на две комнаты получается. То есть вот это вот одна комната, естественно, система климат-контроля, управление с телефона, в общем, все-все-все, что нужно, вся разводка полностью, розеток, телевидение, в общем, всего, она уже вся у вас есть. То есть система а-ля умный дом. So we have white cabinets downstairs, but we offer these green woods as well. Mm-hmm. Is this for kitchen, yeah? Yeah, a kitchen and bathrooms. Ah, kitchen and bathrooms. So if you pick this, it's for both. Mm-hmm. Next door, in the other model, you'll see this color. Mm-hmm. This one and white are most popular. Mm-hmm. This one and this one, not as much. I got it. And these are all the same. Same. Окей. Okay. То есть полы везде одинаковые, а кабинеты, это шкафы, можно вот таких расцветок выбрать и... Вот это вот is the same, yeah. Так, ну и вот, соответственно, здесь... Closet. Closet, yeah. There's a bunch of builder stuff in there. Угу. Он такой, то есть в каждой комнате есть closet, здесь окно вот с таким видом. Ну, в общем, такое здесь как бы можно сделать и спальню еще одну, или кабинет, то есть в зависимости от состава семьи и назначения, которое вы выберете для помещения. Ну и, соответственно, ванна. То есть все вот это вот касаемо кухни и всех комнат, оно вот в таких расцветках три представлено, все остальное не меняется. Ну, по сути, вот такая вот эта квартира, которую мы сейчас с вами смотрим, она 1600 скверфит, и, соответственно, все вот эти системы управления умным домом, температурой, то есть все, что, как бы, видите, они показывают и влажность, и, в общем, все, все управляется с телефона, естественно. И, в общем, то есть вы заходите и только расставляете мебель, все остальное у вас готово. HOA, то есть вот этот так называемый взнос ежемесячный за обслуживание, Home Owner Association он называется, да, вот от этой организации, он у вас будет $160, вот именно конкретно в этом комьюнити. И сейчас мы, конечно же, спросим про цену, но у нас интересует квартира Free Bedrooms, и, соответственно, сейчас я вам все расскажу. Вот такие вот виды. Ну, продажи сейчас на старте идут очень активно. На самом деле, не единственный, конечно, далеко такой комплекс, но я вот вам показываю то, что у меня возле дома, потому что я бы не хотел менять инфраструктуру. Так, ну окей, спускаемся по лестнице. Можно ли заменить ковролин? Можно. Ну, это уже все ваши заморочки, и надо все согласовывать, естественно. Нет, только